Это было утром, первый день недели. Прозвучала радостная весть на рассвете новой христианской эры. Иисус воистину воскрес. Звучит благая весть, Спаситель жив. Он дал тебе мне новую жизнь. Звучит благая весть, Спаситель жив. Прими его теперь. Женщины к гробу поутру спешили, там, где Бога мир похоронил. У пустого гроба плакала Мария, и поверить не хватало сил. Звучит благая весть, Спаситель жив. Он дал тебе мне новую жизнь. Звучит благая весть, Спаситель жив. Прими его теперь и будь счастлив. Это было первый праздник воскресенья. Он стоял среди учеников, и смешалась радость с чувствами изумления. И Фома стал верующим. Звучит благая весть, Спаситель жив. Он дал тебе и мне новую жизнь. Звучит благая весть, Спаситель жив. Прими его теперь и будь счастлив. Друг, открой сегодня сердце двери, призови его, и он войдет. Почему ты плачешь, почему не веришь? Ведь тебе он счастье принесет. Звучит благая весть, Спаситель жив. Он дал тебе и мне новую жизнь. Звучит благая весть, Спаситель жив. Прими его теперь и будь счастлив. Звучит благая весть, Спаситель жив. Он дал тебе и мне новую жизнь. Звучит благая весть, Спаситель жив. Прими его теперь и будь счастлив.